рублей. Ну, вот здесь вот уже идет Шимана. Шимана, конечно, не выглядит прям так красиво сделано. Это вот Наски. Наски. 2500S модель. Или вот Наски тоже 2500 модель. Без S. Просто вот это сама шпулька, или как ее там называют, да, глубже, чем здесь. Ну, подшипники классные. Прям, блин, очень легко вращаются. Вот Шиман уже C5000XG. Вот эти уже более профессиональные катушки, они для морской рыбалки в основном берутся. Стоимость уже 4500 рублей, примерно так. Ну вот эти катушки, цена где-то, сами видите, вот на два примерно делите, там вот вам и цена будет. Вот внизу там кардинал катушечки, очень такие легко вращаются. Но вот эта вот ручка пластиковая, стрёмная, на ощупь дешевый пластик какой-то. Конечно, у Шимана вот эта прорезиненная ручка, она прям, блин, шикарная. Даже, ну, вот этот пластик и то получше, чем вот этот идет. Или вот Шимана 2000 бокс Эанос. Элитные катушки. Цена от 12000 рублей. Снизу за 5, за 7000 рублей. Это уже, блин, электронную, с электронным контролем. Ну, разные тут плавки, крючки. С одной стороны, крючки примерно по 100 рублей за упаковку любого размера. В упаковке 16 штук. С другой стороны, поплавки где-то по 300 рублей за штуку. Вот так вот примерно и выглядит. Гармошки. Леска. Это уже удочки телескопические. Это больше для озерной рыбалки здесь. Здесь вот леска. Давайте посмотрим, почем здесь леска стоит. Примерно 100 метров лески. Это 0,6, это толстая леска. Это что-нибудь потоньше какой-нибудь. Но вот она
стоила 1200 рублей такая 100 метров. Допустим, вот такая вот простенькая леска, здесь рулон такой прям, штук 50 метров в каждой катушке, здесь 10, да? 12, даже на это. Раз, два, 11. Да. 11 катушек по 50 метров. Вот. Стоит, считай, недорого. Толщина 0,7 лески. Да. Вот если потоньше брать вот такую. Это 0,2. 500 метров. Тоже где-то 250 рублей. Вот недорого. Удобно. Такая вот леска. Все под номерами, видите? Это все сделано специально. В Японии все идут лески, все крючки, все под номерами. Все это, как говорится, пронумеровано во всех журналах, везде там. Каждый, как сказать, элемент для каждой рыбалки под своим номером. Если вы там идете куда-то там рыбачить, то есть вы подбираете себе конкретно, чтобы вот под номерами у вас все там совпадало, как в мануале. Это сделано для удобства, чтобы человек не искал там, блин, насколько там леска там 0,5 там, или 0,4. Это удобнее, конечно, под номерами, когда. Ну, более дорогая леска. Какая цветная. 100 метров. 350, где-то 400 рублей. Ну, здесь уже матки. По 500 метров такие толстые лески. 0,8. 0,7. Здоровая. Вот 0,1. Одна из таких хороших лесок. Выдерживает 2,5. Как он там называется? Фунта. Да. Сто метров. Нейлоновая. Вот это вот Made in Japan, пожалуйста. Вот цена сразу на нее. 1200, это 600 рублей за... То есть леска 0,128 поддерживает 3 100 метров. Вот так, в принципе. Грузики. Четыреста рублей. Сразу с поводками.
Кормушка с грузом. Сверху показано, как работает. Тоже с грузом. Стоит от 700 до 1200. Спиннинги тоже. Тут дорогие какие-то. По 10 тысяч рублей примерно. Здесь вот такие вот еще наши приманки. Вот такие. Дорого, правда, стоит где-то по 600, по 700 рублей за набор. Острая штука. Пластиковая, а это вот у них такие острые. Не знаю, что это. Сразу поплавки. Прикормки. Стоит 450 рублей. Килограмм. Древесина какая-то. Для разведения червей, что ли? А, для копчения. Ну, сразу здесь прям коптильни продаются, видимо. Вот. Щипа для копчения. Удобно.
Сейчас пойду попробую спросить у продавца кое-какие вопросы.